скальперскими, скальпинг. Все остальное это не скальпинг, это что-то другое. Вот. Теперь нам нужно четко понять, что такое валютный рынок, форекс, криптовалюты. Понятие Википедии и на всех авторитетных ресурсах. Форекс является децентрализованным, высоковолатильным рынком. Это значит, что у Форекса нет никакого компьютера, биржи или еще где-то чего-то, чтобы считало объемы и сделки участников и все-все-все вот это вот. Соответственно, никакого общего места, где все бы суммировалось и велась статистика, нету. Оттого рынок и называется децентрализованный, у него нету центра. И оттого рынок высоковолатильный. Что значит высоковолатильный? Цена фигачит вверх, потом фигачит вниз на огромное количество пунктов. И здесь надо отметить одну особенность.